Раз, два, три. Сегодня вроде бы все запустилось. Все нормально. Я проверил, значит, что по текущему дню. Вышел новый бета-патч, чтобы не нарваться ни на какие баги при сейве игры от одного патча к другому. Было принято решение, ну, скажем так, начать еще раз сначала. Выбрать уже со сознанием дела, или, как сказать, уже с полученным опытом направления, нацию, быстренько постараться дойти до сюжетки и, ну, уже получать, вести себя таким образом, как с учетом всех тех нюансов, которые мы узнали вчера, про казнь, про захваты, про командование и так далее. Значит, поэтому... Это попытка очередная, да, но я думаю, что не последняя, потому что сначала начинать здесь никогда не стрёмно, что ли, да, не впадлу. То есть интересно, достаточно интересно. Вот, и посмотрим, как это будет. Как это будет в очередной раз, значит... Ну, на заставке можно было уже видеть северные народы, я вот... Думаю, может быть, за них начать. Но здесь чисто перемещение по снегам минус к штрафу на 20%. Больше никаких бонусов. Да, имперцы. 20 скорости строительства городских зданий, 20 скорости ремонта стен. Сбор каравана уходит на 30% дешевле. Торговый штраф меньше на 10%. Тоже хорошие бонусы. Кузаитов хорошие. Бонус это плюс 10% скорость всей глобальной карте, да, то есть им пофигу. Лес, пустыня, снег, поле, степь. Они на 10% быстрее двигаются, да, чем их противники. Здесь чисто по лесу скорость. Штраф скорости минус 10%. Ну, давайте, наверное, за северян обзовемся Рагнаром, обзовемся Лотброком, да, и начнем уже за него тогда. Типа наше прохождение за северный народ, но он больше даже, кстати, как я понял по лору игры, больше подходит даже славянам, да, то есть, поэтому можно, в принципе, взять, ну, либо Вландию опять взять, бонус в 20% к опыту воинов от сражений, тоже неплохой бонус. Блин, даже... Ну давайте, раз мы говорим про север, значит мы будем брать север. Ну, такие загорелые на северах, наверное, вряд ли бывают. Ну, бля, здесь можно, смотрите, все что угодно сделать, оказывается. Но я не хочу вот этим заморачиваться. Давайте мы просто выберем нашу стандартную бороду, которая была. Не это, по-моему. Какая была? ТП. Вот это, наверное, да. По цвету, если честно говоря, не помню, каким он был там. Блондинистым. Так, отставить. Form a shield wall! Back to back! Side by side! Form a line! Ну, как-то так. По цвету кожи. Он все-таки более бледненький. Так, кем были его родители? Раскидывать будем по навыкам. Зависимо от того, что здесь у нас будет указано. Основной упор у нас будет, конечно же, это луки и древковое оружие, потому что во время сражений будем пользоваться копьями. А это, ну, как показывает практика, это прикольно, да. Прокачивать сейчас я бы рекомендовал, наверное, все-таки
харизму, да, обаяние, хариз, лидерство. Лидерство, даже больше лидерства, да, где? Где нам лидерство? Дайте нам лидерство. А лидерства здесь нету. Бездомные были. Вы родились в семье бедных беженцев, трущобы, которые всегда были неотъемлемой частью городов, стоящих на реках. Ваши родители боролись за любую работу, которую не могли предложить. Иногда они даже выполняли поручения одной из многочисленных преступных банд в городе. Поэтому у нас развито плутовство. Ну, некая ловкость. Так, разведка, лук. Крестьяне. Тактика, люди-бояре. Ну, давайте, наверное, свободные крестьяне. Никого мы ничего там не прислуживали. Не... Здесь как раз прокачаем немножечко атлетику. Так, навык лидерства пускай у тебя будут, потому что нам нужны будут харизма для того, чтобы наши войска быстрее прокачались до соточки. И другие. Вот еще есть обаяние. Тоже качает харизму. Так, тактика и... Наверное, вот это лучше будет. Опа, а че он такой толстый-то? Эй. Эй, ты че такой толстый? Собирали травы. Разведка и медицина. Охотились на мелкую дичь. Лук. Тактика. Торговали на рынке. Обаяние. Торговля. Охотились на мелкую дичь. Ну, блин, наверное, все-таки торговали на рынке. Бля, чё ты такой толстый-то, эй? Луки, верховая езда, на верховую езду мы и так, наверное, прокачаем. Тренировались с пехотой, наверное, будет интересно. Либо с лучниками. Нет, наверное, тренировались с пехотой. Двуручная и древковая прокачаем. Победа в дуэли. Последняя деревня от наводнения. Охота на крупного зверя. Мастерство красноречия. Истинная честь. Давайте от наводнения, наверное, спасли. Лидерство. Лидерство нам надо. Алик, стрелами. Либо в дуэли. Ладно, лошади тоже нужны. Жем. Товарищ Жем. Стурги, свободные крестьяне. Все здесь про нас написали. Так, реалистично, реалистично, реалистично. Реалистично, реалистично. Челленджинг. Включить режим смерти и автоматическое распределение навыков членам клана. Не хочу на это еще тратить время. Окей. Так, тренировку мы пропускаем. У нас нет времени. Время очень важно для нас. Ножон. Ножон.
Так, мы повстречали какого-то чувака, вылечили его немножечко, и он рассказал нам про безумие Греции, после которого нам нужно поговорить с лордами и... выяснить вообще по этому моменту. Так, флаг у нас будет вот такой, как и вчера. К нему вроде бы как уже привыкли. Смотрится он тоже вроде бы плюс-минус. О, бля, какой ты быстрый, чувак. Так, что у меня есть? Давайте посмотрим, что у меня есть. У меня нету ни херашеньки. И у меня есть только зерна чуть-чуть, копье так себе. И седло. Остановите свой клан. Нам надо набрать 2000, 20 человек и одного спутника. А, господи, до 50 прославить свой клан. Так, смотреть нужно на карту немного. Северяне у нас вот здесь. Можно биться, пробиваться туда к северянам. Наверное, мы так сейчас и поступим. И... ну и все пока. Пока надо гоняться за разными товарищами. Пытаться с ними переговорить. Нужно, наверное, теоретически налаживать. Нанимать людей я пока, наверное, не буду. Все-таки... в одного, наверное, это будет, во-первых, передвижение быстрее. Хотели на меня напасть. 4 чепушила. Морских, причем горных, вернее, разбойников. Они, по-моему, стреляются. Так, я хотел вообще здесь задание какое-нибудь взять, но задание нам никто никакого не дает. В Парос зайти, может быть, там есть какой-нибудь... я их не накерну. Надо как минимум либо хорошее копье, либо лук. И людей не наймешь. И на арену пока нельзя, да? Давайте подождем до утра. Есть турнир. Давайте посмотрим, что мы сможем здесь сделать. У меня сейчас вообще никаких навыков, ничего нет. Давайте, ну, сделаем ставку, похер. Так, мы за синеньких, поехали. Я хомуха. Твою мать. Все, блядь. Сделал ставку. Все, у нас остался один. А их двое. Клоп готов. Поиграли, блядь. А, да, допущено. Допущено. Ёшки-матрёшки. Давайте еще до доставочку. Очень все плохо у меня с навыками. Зелененький. Я зелененький. Хорош, погнали дальше. Погнали. Хорош. Молодец. Молодец, чувак. Так, этот мой раунд пропускаем. Здесь мы делаем опять ставку. Посмотрим. Имперский охранник каравана у меня будет противник, если я вдруг сумею осилить этого товарища. Так, еще один раз постараться победить.
Хорош. Ножики денежки подняли. Еще и каску заработал. 1600. Дал доход. В литерном городе порос, стал Рагнар. Вот что значит. Поменял танкиста на Рагнара, пожалуйста. Давайте посмотрим, что он стоит. $1000 он стоит, динаров или кого-то там. Но мы, конечно же, его возьмем. Зафигачим, эту шапку продадим. Еще пока ничего у нас, ничегошеньки нет. Но денежка уже есть. В одно жало я иду все-таки на север. По дороге буду стараться встречаться с товарищами. Давайте вот первым с кем поговорим. Может быть, он нам подскажет, на кого нам выйти. Привет. Я Сиранор. Сиранор. Ты, блядь, Сиранор в натуре. Ой. Великой битвы при поединке 1077 года. Император... Понимаю, ты можешь мне рассказать про эту поединке? Нет, скорее всего, может сделать Лукон. Я тма. Хорошо. Беги. Диатма. Поехали в Диатму. Оп. Иришка. Опять Иришка. Так. Привет, меня зовут Рагнар. А ты кто? Я Фарон. Расскажи мне про битву. Лукон. Окей. А ты кто? Я Ира. Лира. Тогда я еще рассматриваю это поистине интересное предложение. Так, что вы хотели? Да-да, мы должны обсудить это. Встречаемся время от времени, нас какую-то привычку, надеюсь, как можно скорее увидеть нас снова. Окей. Где запомнили? Где Атма? Ёшки-матрёшки. Короче, встречаем всех, кого можем. Ну, вернее, болтаем со всеми, с кем можем, из лордов. С этим, например. Еще не разговаривали. Привет. Привет. Тоже Лукон. Да вы чё все к Лукону-то меня отправляете? Его хрен найдешь. Этого Лукона. Так, хочу глянуть по оружию. Мне нужно копье хорошее. Одноручье. А, щит. Щит, ёшки-матрёшки. Щит. Мне нужен еще щит. Так. Третий ранг, одноручная, 39-150. Оно стоит, японский городовой. Он стоит под 1000. Нет, я, конечно, себе не могу, наверное, пока позволить таких вещей. Пока будем ходить то, с чем есть. Единственное, что я бы взял, это, наверное, все-таки щит. Хотя бы простенький. За 30-ку. Ну вот, за полтишок хотя бы. Как-то вот так. Чтоб на случай чего хоть что-то иметь. Так, еды мне на 39 дней. То есть мы с легкостью успеем добраться и до Диатмы, и не до Диатмы. Это кто такой? Легион изгоев. Ну, эти мне ничем не помогут. Так, что у вас по заданию? Ничего нету. Вмогательство дезертирами в Атаконе. Ну-ка, что это за фигня? Не Рагнар, а ты кто? Я продолжаю здесь всю жизнь. Многие люди просто фермы-ремесленники. Так,
однодельцам нужна помощь. Но если ты умеешь драться, да, нам бы не помешала помощь. Неподалеку отсюда разбит лагерь группа дезертиров. Они приходят каждые несколько недель и требуют еды. Они убили двух деревенских жителей, которые отказали им сопротивлением. Просили нашего лорда, но он не помог. Как я могу помочь? Мы строим засаду в деревне. Когда они явятся, у нас будет эффект неожиданности. Если вы присоединитесь к нам, я думаю, у нас будет шанс избавиться от этой напасти, прежде чем нас побьют, само собой. Если у вас нет времени... Давайте-то наймем, наверное, все-таки людишек-то. Я вообще не знаю, как... Что в этом будет... Что будет в этом задании? 20 дней мне дают. Сказал, что группа дезертиров началась... Вас подождать в Атаконе, пока дезертиры не придут. Ну, давайте мы хотя бы... Эти два человека, это, конечно, жесть. А, это вот отряд дезертиров. 13 человек, ребятки, чтобы вы понимали. 13 степных... Степных кренделей. Ну, это нереально их убить. Серьезно. 13 степных разбойников. Сколько тебе надо? 176 динар? Иди, ёпта, с миром, друг. Хераси. А, нельзя было отходить. Да вы охерели. Сука, я только зря людей нанял, что ли? Твою мать. Ты козлина, конечно. Дружище. В натуре минус 10. Теперь вообще мне людей не дает. Ты уродина. На 5, может, зарубимся. У них бомжи, у нас бомжи. Лошадь у меня, конечно, пипец. А 46 наносит урона. Очень-очень балк. Кстати, надо ее скинуть, чтобы качать эту атлетику. Точно забыл. Перед каждым боем тогда брать. Я их просто сейчас подраню, чтобы мои чуваки тоже порулились. Кстати, у меня там был вроде как ранг, а я про него забыл. Так, ребятки, ну давайте вы теперь будем. Что-то голос не очень. Хорошо. Пока все перепроверяю, потому что все реально может пригодиться. Ага, мы не можем нести больше, но похер. До города добежим как-нибудь.
Так, есть турнир. Торговля. Давайте, я не помню, какие здесь порядки и правила. Давайте еще раз попробуем это сыграть от ставки. Так, я синенький. Блин. Он сейчас себя порешит. Давай, долби, долби, долби его. Ай, блядь, как я его... Наша команда проходит дальше. Хорош. Как я пропустил этот удар, ты ёб... Дерьмо. Так, я за синий. Опять бросаться будет? Нет, с луком уже. Сучёныш. Ах ты, сучёныш. Как ты его убил-то? Блядь! Все, обосрались. О, здорово, Хлак, привет. Нервное какое-то начало. Короче, войск у нас нет пока. Мы все начали заново. Вышел новый патч, поэтому я как бы, ну, немножечко опасаюсь. Скажем так. Так, Лукон. Опасаюсь немножечко за то, что может, ну, одно на другое наложиться, и мы... Так, караваны. И мы просто получим, ну, какой-нибудь баг, ошибку и так далее. Поэтому пока обновились, взял новый патч. Пешие воины. Блять, нам будет с ними непросто. Чё, я их не сдал? Ну ладно. Так, и у нас какой-то уровень же качнулся. Надо все-таки, наверное... Вот это лидерство мы не докачали. Нужен 25-й ранг. Как вот его качать? Так, давайте. Поддерживайте высокий моральный дух в боевом отряде. Ну... Достаточно высокий моральный дух. Вот этот хочу навык. Так, древковое есть, метательного нахер не надо. Можно на лук сделать фокус и на лидерстве достаточно, боя недостаточно. Тактика так себе. На древковом есть, на этом есть. Верховой езде тоже есть, можем... На лук тогда сделаем. Так, и нам надо... нам надо с вами скинуть лошадку. Мы как раз увеличим грузоподъемность. Так, у нас здесь 11. 11 челиков. Они за мной пойдут, конечно же. Так, ты мне Лукона хочешь опять посоветовать? Да. То, это то. Лукон. Ну да, где-то здесь он бродил. Войско я... Скаленный ум. Я вас помню.
Вот вздернул. Хотя, блин, сейчас такое... Такой патч, что нельзя вздергивать, товарищи. Так, это его следы, да? Да, судя по всему, это его следы. Вот это дальше мог пойти сюда. Вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он. Ты кореш мой. Стой, Лукон. Стой, брат. Так, он нам рассказывает свою историю про эту битву. Спасибо тебе, брат. Мне пора идти. Так, 1500. Блять, я не уверен, что я смогу. Ну давайте, пофиг. Будем биться по ставкам до конца. Так, я за желтеньких. Что за херня здесь? Эй. Блять, что это за херня-то? Воу-воу-воу-воу-воу. Блять, это что за херь? Вот тебе и новый патч. Нахер с поля. Магия, точно магия, материя, магия какая-то. Сука, это неприятный момент. Первый раз у меня за столько времени. Так, я за красненьким. Блять, надо было этого долбить синенького. Срал опять. А, нет, меня допустили. Ну, окей, наверное, за то, что я типа всех завалил. Ну не чеснок, конечно, блядь, вдвоем на одного. Какашки. Раз на раз. Ах ты, блядь. Последнем издыхании. Еще и полторашечку заработаем. Хорош. Хорош. Так, это мы не продаем. Это мы... Ну, у нас получше. В смысле, этот получше, чем... Мой. Окей. Лошадок взять. Увеличить нам грузоподъемность, по идее, скорость. Так, и пищу они хотят, да? Зерно, виноград у меня есть. Рыба. Так, плюс 4, окей. Так, с этим мы поговорили. Людей. Мальчишек здесь война, не до людей сейчас. Опа, они их осадили, прикинь, как мы вовремя.
Так, ты кто такой? Давай теперь еще раз узнаем, с кем еще нам нужно перетрещать. А, с Рогей тебе надо наверное, поговорить. Окей. Манчунг. Где этот Чунг? Так, и Рогея. Ну. Так. А ты где-то в Парасимонос. Нашли. Так, здесь Самати. Наш товарищ Манчунг. Здесь, наверное, будет навстречу сюда как раз идти, по идее, на защиту. Вполне возможно. Нам главное его не просрать. А, может быть, кстати, он вот здесь вот, на осаде. Да, отлично. Амбрелла, Макеп и Чайкан. Так, император Ля Тополя. А, спасибо тебе, кореш. Разбежались. Так, этого стираем. Теперь нам нужна Рагея. Парасимонос. Где это, блядь, последний Парасимонос? Ага, где-то вот здесь внизу. Окей, тоже сейчас идет, скорее всего, на защиту. Шестеро, но у меня уже есть лучники. Я уже могу что-то им противопоставить. Ну, не хотите нападать, я не буду. А вот она и Рогея. Только победите, Рогея, только выиграйте. О, блядь, чихнул. Нет, слушай, они сейчас заберут ее в плен. Пипец. Чем-то осирай. Я хочу с ней поговорить. Отдайте мне ее. Аракнея ничего не забрали. А, в замке она теперь осталась. Слушай, а как это так-то? Она сейчас выйдет, по идее, оттуда. Здесь только не фон какой-то. Здесь нет никакого драгона. Только не фон. Я не фон. Скажи мне об этой фигне. Ты можешь сделать только Рагнея. А, в Ликароне уже. Окей. Чё тебе за дело? А, окей. Надо всё-таки тогда биться с этими. С бомжами.
2600. А чё у меня так мало денег стало? Было же 2400. Из-за лошадей, что ли? Торговый караван, предельщик с горными разбойниками, вооруженные банды. Ну, короче, без людей мне здесь делать нечего, но мне надо с ними со всеми с ними переговорить. Где-то же она должна выйти, тетечка эта. Замок меня хрен пустит, и не факт, что там кто-то есть. 800, херели, блядь, совсем. Я не взял, придурок, блядь. Лошадь-то я не взял. Слушайте, это первый плен, походу. Нет, позатащим. Так, и того у нас будет. Почему два лучника? А, это этот прокачался лучник, окей. Какая ты быстрая-то. Оп. 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 Нужен лук как минимум, чтобы затащить такое количество народа. Крепость меня никто не пустит, конечно же. Так, ну есть шанс небольшой. Так, я за синеньких. Блять, своего коня попал. Ой, я за синенький, а я прям по нему ловлю. Так, мне нужен щит. Так, это оба наши врага, да? Да. Копье мне еще нужно.
Еще мне нужно как-то делать. А его завалили. Блять, а я меч выбросил, да? Короче, они сейчас друг с другом уже разберутся, пока я до них добегу. Чего стоять, лошадь? Коняшка! Лошадка! Лошадка! Один минус. В смысле, лошадка. Такое копье я хочу себе. А нахер. Так я за красненьких. А, я, кажется, для себя, да? Да. Блять, этот жирненький. Зараза. Жирненький такой, в доспехах. Очень что-то много битв. Так, я за красненьких. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорош. Хорош жить. Жить. Друг, сейчас я его разверну. Давай, стреляй. Ну убей его! Твою мать, не дай бог просрешь. Все, просрал. Как я лоханулся-то так, блять, а? Как он еще выживет-то? А тут сейчас плюхи погибнет. Да, братан. И что? Это жесть. И почему они вышли, блядь? Потому что они остались вдвоем. Ну это пиздец. Ладно, берем людей, но все равно надо будет 20 человек. Бред, блядь, просто. Сука. Просто бред. Не нравится этот голос, надо поменять. Собака.
как-то кривенько вы стреляете, ребятишек. О. Зрители Марка коронавирус? Да нет, просто не под то мой канал был заточен изначально. Трибунах мало было. Понял тебя. Здесь, по-моему, ничего так и не будет торговли. Ну, где ты сегодня? Опять ликорони. Блять, она телепортируется просто. Семнадцать нас девять. Был бы хотя бы лук, наверное, я бы заупился на них. Нормальный лук, нормальный конь. Прям, блядь, неуловимая Рогея. Так, ну давайте еще раз рискнем. Так, за кого я? Мы с Иришкой. Красная команда. Иришка, тебе его повернул, блядь. Пускай не стреляется, я не буду... О, нихера себе. Ты сейчас сдохнешь, если вдруг. О, блядь, я сдохну. По лицу тебе. О, блядь, голосище у нее. Опа, и мы с ней. Нормас, но она, бля, сильная. Не ори, орёшь. Ой-ой. Блядь. Пизда.
мать, опять она куда-то улетела. Инфантрии! 7 на 7. Чуть покружу, чтобы гусеницы тоже прокачивались. Так, все равно у нас 2 лучника. Будет 3 лучника. 3 и 6 этих, окей. Наверное, такое соотношение самое более-менее оптимальное. Так. Ищем опять эту звезду, козу. У нас какой-то здесь навык. Интересно, лидерство надо качать. Лидерство. Для этого нам нужно поддерживать высокий моральный дух в своем отряде. Соберите и возглавьте армию. Ну, короче, надо все-таки нанимать тогда людей, получается. Окей. Так, я опять забыл скинуть с себя лошадку. Буду я даже на коня садиться. Я думаю, они не добегут до нас. Так, напомните мне поменять голос. Сюда встану сейчас. Смотрите, чтобы они по мне отстреливались. Отбрасывались. Да, они, судя по всему, идут на какую-то битву. Идут, скорее всего, на какую-то битву. Окей. Когда ее здесь видели в последний раз? Сегодня. Следов никаких, конечно же, нет, да, здесь? Вокруг. Сейчас
Чьи это следы, блядь? У нас пока нет возможности, да? Опа! Нашел я тебя, дружочек. С тобой. Так, с тремя, да, мы переговорили? Давайте вот эти жестоки, ребятки. Я не хочу на них идти. Чем мимо проходите? Так, на юга теперь нам надо идти. Искать этого хрена точно. Сирайцкого. Цифра на количество людей в отряде. Да, да. Ну, количество, общее количество людей, скажем так. Но вот эти, например, блять, они втроём меня разложат только в путь. И ничего с ними не сделаю. Или вот эти вот степные разбойники, они очень стрёмные. Тренируйте войска, отлично. Давайте. Дали нам еще 10 человек. Как раз у нас их стало 20. Будем качать лидерство и... Ну и заодно людей. Сука, степные разбойники, это я не хочу вообще с ними встречаться. А мы все продали, да? Да. Это бы я взял. Сколько? 196. Второй ранг. Это не древковая. Давайте. Мне надо сейчас биться побольше. Да, 26 это будет уже тяжело. Но мы попробуем. Хотя нас 120, нас же не 10. Блять, вот сейчас будет пиздец. Ребятки, это все, это жопа. Я не взял коня. Я не взял коня, блядь. Это только я, идиот, так мог поступить, блядь. Повезло. Повезло. Даже... А, мы четверых потеряли. Реально свезло. Блин,
Я много их потерял. А, нет, подожди. Раз, два, три, семь. Больше их терять нельзя, иначе квест не зачтется. Не буду даже брать. На пятерых мы справимся. Footman! Move! Move! Move out! Attack! Soldiers! Hold arrows! Да убейте вы его уже, вы чё? Я куда пошел-то? А, я тренирую просто, окей. Возвращаемся. Ёб твою мать. 15 человек. Ёб твою мать. Никак я не хочу с ними сталкиваться. Вообще никак. Это те вот конные лучники, которые нас вчера унижали и обижали. Теперь враг ЕС положи рядом, будет рядышком. А, все, не, нет у нее больше. Ничего не поможет мне. Чё стоишь, грустишь? И сюда. Soldiers! Forward! Open! Move! Yeah! 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 Yeah
Матрешки, матрешки. Ее по-любому там уже нету. Так, надо найти этих лордов. Опа, я его увидел. Так, давайте с ними сейчас разберемся. И вот он едет. Прекрасно, Сирайский, кстати. Только хотел сказать, со Сирайским будет беда. Так, их 9. Да, окей, пешком пойдем. А, думал, сейчас только с... Только сейчас хотел сказать, да, со Сирайским будет жопа, что... Footman! Давайте все... Everyone! Get moving! Move! Вперед. Forward! Move! Arrows! Move out! Soldiers! Get moving! Блять, одного у нас сложились. Двоих осталось прокачать. И того будет их 6. Боюсь, что он мне не за счет. Так, вот он. Привет, Ярагнар. Как дела? Расскажи мне про эту вот фигню. Хорошо, спасибо. Иди с миром. Все, что до сотки можно брать. 908. Ладно, вот этих пока до сотки уберем. Давайте вот этого спросим, с кем еще поговорить. Так, а чё у меня, блядь, чё у меня по здоровью-то я не глянул. Я за желтеньких. По здоровью нормально. И один остался, охереть.
копейщику я не пойду. Вот с этим попробовать, но это будет опасно. Хорош. Его не любит, все дела. Опа, то, о чем я говорил. Будет непросто. Я же блок поставил, какого хера, блядь. Не всегда бью сначала в коня. Дисквалифицированно, зашибись, блядь. Так. Какой-то вот в эту сторону пошел. Вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Гарик, стопе. Гарик, стопе. А, Гариус. Ну пофиг. Infantry, bowmen, forward! Soldiers, move! Leave not a one breathing! Так, городишко какое-то надо поймать. До севера мы так еще и не дошли. Еще разок попробуем. Так, я опять за желтеньких. Так, желтенькие вроде пока нормас все. Ёпта, я за красненьких, я не за желтеньких. Охереть. Я за красненьких. Да ты откуда взялся, уродец? Так, красненький, живи. Чую, хотят они нам дать люлей. Хорош. Херово. Ай, такой шанс упустил. Он уже на этом, на рыцарском ударе, блядь, летит. Он меня коснется, это будет жесть.
Ой-ой-ой-ой-ой. Это было страшно. Кстати, я желтеньких долбил, долбил. Ха-ха, рыцарский удар проскочил. Мимо. Нормас. На нахер. Городовой. Чё если с рыцарским попробую проскочить? Она может мне в ногу куда-нибудь захерачить. На нахер, Люси. Сосамба. Я за красненьких опять. Не перепутать. Так, это красненький. Срали, походу. Сильно вот эта мразота Люси прошла. Все повторяется, но на этот раз гораздо хуже для меня. О, хорош. Хорош. Ой, куда, куда она меня засадила? Полторашечку сработали. Три, четыре. Нихера себе. Урон внутренний раз увеличивается на 4%. 3 очка к здоровью. Плюс 3 к очкам здоровья. Я за здоровье. Так, атлетика. Прекрасно. Количество метательных... Колчан. Прекрасно. Давайте к ловкости, наверное, да, чтобы быть более-менее сбалансированным. Захерачим. И эти три фокуса. Три фокуса. Давайте на лук. На древковое. Вот вообще не качаются, конечно. На медицину, херси. А нет людей, раз, все, больше нельзя.
Что-то мы кого-то с вами же ищем, правильно? Блять, кто-то нам что-то может же рассказать. Я забыл уже, куда мы шли. Так как-то должно быть. С пятерыми... А, тренируйте войска, точно. С пятерыми мы уже переговорили. Стой ты. Рагнавард. Ну, отлично, пойдем сейчас как раз на север к ребятишкам к нашим. Затянули мы нечаянно каких-то товарищей. Move out! Move! Bowman! Get moving! Move! Forward! Bowman! Get him out! Кого мы даже не зацепили. Пойдем на север. Посмотрим турнир. Четвертый уровень. А, двуручные. $920 стоит, да? Ладно, пока не до этого. Move out! Soldiers! Get moving! Footmen! Shield fall! Cut them down! Oh, stop shooting! Take them down! С этим справились, 1000 получили. Прекрасно. Не забрал лут. Вот я сел.
Так, Олег тоже наверху. Ну все, пойдемте наверх. Хотя вот я еще с зелененьким ни с кем не разговаривал. Давайте всех их затянем. Только не горных разбойников, пожалуйста. Так, давайте. Лучники, вы будете стоять вот здесь. Пехота будет вот здесь стоять. Я с пехотой. Блядь, у меня мало как пехоты. И они все новобранцы, и я без коня. Ой, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, это реально ай-яй-яй. Пойду вперед тогда. Ай-яй-яй-яй-яй, вот это я пролечу, конечно, вступил. Двоих забрали. Ну ок. Ну ок. То восьмерых прокачали. Ладно. Пока лучников. Потому что у нас сейчас все получаются лучники. Короче, сейчас лучше не ввязываться ни с кем, ни в какую бойню. У меня пока нет пехоты, у меня пока пехоты не хватает. Ты мне уже говорил, да? С кем переговорить? А, Мелиндир, вот они, кстати. Зелененькие. Окей, спасибо тебе, безглазый. Так, давайте мы для начала продадим все барахло и купим себе пожаркать. Прям не жалею, чтобы боевой дух поднимать. Плюс 6 боевой дух. А если мы... Блядь, на 1000 рублей. Ладно, хватит нам такого боевого духа. Так, известности нам пока не хватает. Ну и одного спутника. Окей. Известность будет добиваться в боях. Так, у нас есть одно очко, которое мы можем на что-либо потратить. На медицину, может быть, опять. Помогите вылечить раненых солдат. Как мне это сделать? А, ну я врач-хирург. По идее, это мое. Да? Давайте остановимся. Восстановим силы. Посмотрим. Да, растет. Растет.
уровень потихоньку растет. То есть я лечу себя, наверное, да, и от этого растет мой уровень. Ладно, еще денек, и все, проверим. Ну, пойдем, наверное, уже походим где-нибудь. Надо качаться, надо качаться. Качаться, качаться. Вот сюда пойдемте. Стоп. Восемнадцать человек. А, ну здесь обычных, окей. Должны щемануться. Да, 50%, но я могу взять лошадь. Пехота 5 всего. Не. А, чё, нет. У меня больше и не будет. Давайте возьмем еще двоих. Троих могу взять. Так, где-то вот здесь мы будем с вами обитать. Блядь, эти сирайцы, смотрите, давят их. Так, вот с ней надо поговорить. С ним. С Олегом. Ираганват. Он в Верчеге был. А, кстати, здесь был. Сколько дней? Сегодня? Так, Ранкару. А, Верчеге, это вот здесь он был. Погнали. Опачки, кто здесь с кем бьется? А вот он и Олег, или кто-то другой. Сига. Привет, Сига. Ты тетка? Возраст 41. А, у тебя просто задание какое-то, да? Ах ты, сучка. Индийцы давят прям сильно их. Так, где-то здесь вот он рядышком он был. Армия браконьеров, давайте. А, стопы. У меня нету пехоты. Ну, возьму тогда, не знаю, лошадь. Так, это то, наверное, которое я профукал до этого задания.
из местечка на Верчерку. Он сказал... Он просится около полуночи явиться в Родобас. А, нет, все-таки в Родобас. Вернуться в Родобас. Погнали в Родобас. Белые ночи, все дела. Блин, здесь перевод уже слетел с этим патчем. А, то есть вот так. Мы не будем разговоры разговаривать. Короче, да? Охренеть. Я понятия не имею, кто там будет на их стороне, мы можем сейчас просто всосать. Footman, hear me! Forward! Можем просто всосать. Боюсь, что у них там, наверное, куча стрелков будет. Да, у меня куча стрелков, блядь. Я без лошади, блядь. Просто надеюсь на то, что они будут сейчас по моему счету стрелять, а не по моим бойцам. И они их попробуют размотать. Их 12 человек. Щит тоже не бесконечный, поэтому давайте быстрее там стреляйте. Классно, мы спрятались за дерево, да? Самбо, ёпта. Троих потеряли. Я иду сейчас через лучников и смогу взять... Конных, да? Конные — это хорошо. Это нужны только боевые кони. Так, отлично. Луки, стрелы мы уже хотя бы нашли. Фиксируем их. Не за что, брат. Так, а людей ты мне дашь? Вот, ёпта. Если возьму пятерых, это 2500. А, я как раз... Блин, ладно. Давайте боевых степных этих товарищей будем, наверное, попозже качать. Когда будет хотя бы экономика в нормасе.
Ну что, надо искать этого Грендера. Мотоборд. Ладно, идем по дороге, будем всех собирать, кого увидим. И чего у вас здесь нет, даже вашего предводителя и шефа? Наконец-то ты попался, чувачок. Что это за музыка? Не знаю только. Хорошо. Так, тебя мы нашли. Следующий, кого нам надо найти, это Олега, по-моему, да? Infantry! Get him held! Follows down! Блять, а как я продал-то? Мудак. Я продал стрелу, которую наконец-то нашел, еще сказал об этом. Это сильно. Четверо осталось. Тридцать. Давайте. Но мне тогда нужен лошадь. Forward!
Нет, я испугался, что они на лошадях едут. Давайте я их вот сюда вам выведу. И вы по ним отработаете. Сибирь. Так. Это молоденький мальчишка. Чё ты, блядь, ничего не знаешь про Великую битву? Крестьяне, господи. Так, где-то вот здесь война. Значит, там кто-то может быть наш. Кого мы ищем. Что вот этот глазик означает, интересно. А, что там типа не был? Я был уже. Не гуляй. Это не все с глазиками. Так, давайте к турниру, а потом эту догоним.
Ставки будем делать, да, как всегда. Каждый сам за себя. И с копьем, блядь. Странный, конечно, выбор. Я за зелененький. Держись, блядь. Так, бейтесь там вдвоем. А, еще кто-то на коне остался. В этот сел, хер. Так, ну этот тоже с мечом, сейчас тоже на коня сядет. Давайте, подведу к коню, садись. Так мне будет проще. А, не будешь садиться? Ну вот. Так, мы за синих. А, все, пиздарик. Попадаются, блядь, в команду ебучую. Просрал деньги. А, вот это мы хотели догнать, да? Так. Так. Да, мы рассматриваем все предложения в таких вещах. Спешка ни к чему. Хорошо, я думаю, наше предложение. Надеюсь, как можно скорее увидеться снова. Окей. Надо поджениться будет. Ох, ё. Стоп, ты кто такой? Годан некий, Годан. Оу, кореш. Спасибо тебе. Как я сванна. Сванна. Arouse!
Move out! So get them! Bowman! Hold! Так, где персонажа менять моего? Так. Искать его-то другое. Где мне его? Опа. Видите, название клана. Можно. Изменить его имя нельзя. Так. Как мне его редактировать? Да, все верно, я иду по правильной дорожке. Блин, ладно, я потом найду, как его редактировать. Стургов нагнули. А, это не стурги. Дайте я по очереди с вами переговорю. Мисуи, про Мисуи мне уже говорили. Теперь ты мне напомни, с кем мне надо поговорить. А, тоже Мисуи. Ну и все. И где это Мисуи? Опа, вот оно опять. А чё это за херня? А, давайте тогда вот сюда сначала сходим. Блядь, ну чё это за херня? Скачал патчик называется. В ТХМе её точно нет. Давайте глянем. Всего за 500. Вот смотрите, с какой разведкой хорошей. С луками. О-о-о. И всего за 500. Пошли, дружище. Сейчас скажет тоже Мисуи.
типа тулак. Стопы тулак. Ах ты, сучёныш. Давайте. Такие закрасненьких. Здесь, блядь, опять. Так он сейчас будет, напарник дебил. Стреляй, ёпта. Хорош. Хорош. Я тебе его разверну. Стреляй еще. Пять урона наношу. Пропускать дальше нельзя, блядь. Кто это был-то? Заидский меткий стрелок. Охереть, блядь, у него броня. Так, опять каждый сам за себя. Нахер с поля. Тяжелый улан, блять, это он очень сложный будет для меня. Зажал. Давай я на столько наношу урона. По 3, по 9. Блять, а он мне по 30. Попробуем тогда крутить. Посмотри на него, сучёныш, блядь. Жирный, блядь. Блядь.
Голенький. Так, мне эту козу надо найти, правильно? Со шрамом на лице. Bowman! Get moving! Infantry! Forward! Не, очень мне не нравится голос. Надо тот вернуть, который был. Их 14. А у меня... Infantry! 8. О, а мне ж этого чувака еще надо одевать. Блин. Еще этого чувака надо одевать. Мы ж вдвоем теперь точно. Так, это превышено, это понятно.
snowmen! Move! Infantry, move out! Move! Raise your shields! Ugh!
Bowman! Get moving! Soldiers! Forward! Footmen, hear me! Bowman! Move out! Soldier! Move!
Wedge position! Ah!
Forward! Footmen! Get moving! Thank you.
them hell! Так, а я все это время был замьючен, да? Все молчат. Так, стрельба по усмотрению. Опа, я же тоже теперь с луком. Нифига себе. Так, а вы что, в атаку не идете, что ли? Алло. Никого, что ли?
посмотри на него. Тёмный лук. Стреляйте, ёп. Сейчас дуэлиться надо будет, блять, а мне... Опа, хера я его долбанул. Блять, не смотри, а меня побеждает. Сука. Надо было, конечно, скоммуниздить. Меч какой-нибудь, простенькое, чисто для дуэли. Попытка номер два. Oh,
Блять, а? Столько бабла сейчас просажу, блядь. Давайте все вместе на них как насядем. Так, сейчас с этой теткой переговорим и тоже тогда будем присягать, наверное, воевать. Да, помню, ты уже намного это рассказывала. Конечно, во имя империи. Первым знакомством осознать, у вас есть 10% шанс получить плюс 2 к отношению к ним. При первом. Я уже почти всех их знаю. Надо будет сюда чикнуть, судя по всему. Навык. Где она? Это укрытие. Блять, здесь горные. Горные разбойники. Тоже те еще жуки, блять.
атлетики вообще нет. Шестой уровень. Хогоший, хогоший. Так, я теперь должен был поговорить после того, как соберусь с ними переговорить. Я не переговорил. Создать свою фракцию нужно расти до третьего ранга, быть независимым, иметь поселение. Я предложил вам поддержать империю, передав им знамя дракона. Давайте с этим Рогозом тоже переговорим. Можно, наверное, будет присягать северянам, зарабатывать бабосики и влияние. Хотя у них, по-моему, двуручные
Не буду здесь ставки делать, просто отыграю. По-моему, у них есть двуручники, я с ними могу прям сильно просесть. Прекрасно. Краш игры. Не запускается. Будет очень громко, сейчас я сделаю потише, по-моему, сейчас все настройки слетают. Ни разу даже не сохранились, да? И автосейв. Сейчас хер его знает где. Ну хотя, после того, как мы вышли от этой Дианы, должен быть автосейв. Блять, подстава, я, по-моему, перезаписал до сохранения. Ладно. Значит, не будет у нас того сохранения, ничего страшного. Пойдемте на север.
Все, полна коробочка. Хера бонус по снегу не работает, блядь. Soldiers! Move out! Both! Get moving! Я наоборот, что ли, поставил? Ну, погиб. Ну как это возможно, блядь? Порылась какая-то. Потому что автобой, судя по всему, нельзя автобой делать. Давайте все вместе. Сучара, блядь. Блядь, не успел, помог бы. Можно было бы поднять этот. Bowman! Move! Put my shield forward! Ох! Сразу на одно очко. Лук повысил. На, все что ли? Попадание в голову. Аладийский крестьянин. Не хочу я брать крестьян.
гигантский новобранец. Через лево, наверное, пойдем, если что, кавалерию можно вкачать. Далеко пошли сразу на север. Оставим пока. Уже на колдовство на 2 очка. А, ну да не то было. Музыка вот эта вот страшная. Почему происходит такая? Так, кого-то из знати мне надо встретить здесь. Вот с тебя, например. Блять, может подождешь? Так-то я за тобой бегу. Хотелось бы кое-что обсудить. Не хотела бы приложить свою службу. Девяносто. Иди в пизду. За 90, блядь. Вот лучше крути разнесем. За 90. 150 минимум. Хотя, блядь, и 90, наверное, было бы хорошо. Здесь такие чертяки, я помню. Меня прям с одной этой выносили. Оу! Оу! Такая мне прилетела, блин, хлебала. Почем хоккей с мячом? Давай. У меня какой-то маленький щит. Страшно даже с ним.
Ну давайте будем ставить. Как раз на раз. Опять эти тыкалки. Да как так-то, блядь? Со щитом он мне пробивает. Так, раз на раз. Ну, в смысле, каждый за себя. Ух ты. Бля, что-то ты какой-то вкачанный чувак. Хорош. О, меч какой-то зафигачил. Давайте, может, еще себе кого-нибудь возьмем. Ровль, что-то он какой-то страшный, блядь. Недоброе лицо. Тоже разведчик. И арбалетчик. А нужен ли нам второй разведчик? В принципе, зато недорого. Пускай, если что, в караваны пойдут. Не сильно он, конечно, прокачанный, блядь. Так, вот сюда я хотел Ачича дать, чтобы он дальше развивалось. Здесь, а, вот сюда еще надо в инженерию. Так, двуручное мне не интересно. А, арбалеты пока не очень, метательное тоже. Инженерию надо вкинуть, будет Ачича. Чего здесь стоите? Кого ждете-то? Man, move! The day is ours!
коней-то набрать, блин? Оу, какая шапка головы. Так, тебя еще надо наряжать теперь, да? Щит тебе дам. Так, и шапки у тебя никакой нету. Ну, вроде как получше, пускай так будет. Shoot at them! Arm shields! Arrow, stop shooting! Такие уже бодренькие, да? Raise your shields! Take that! Вот, его надо мне поболтать с ним. Армия браконьеров, окей. Возьмем твою армию. Так, сейчас, наверное, отвлекусь. Несколько минуток. Так, нанять людей мне нельзя. К таверне сдать. Торговли продать. Уйти и вот к этому чувачку. Рагноват. Блять, какой. Здорово, стронцы. Так, тебе ничего не дам. Вы что обсудить? Предлагаю. Союз между нашими семьями брак. Чего, бля? А кто у тебя есть? Валла. Скупая и жестокая. 18 лет. Давайте потрещим. На вашу службу. 90 все равно они больше не дадут, что ли? Сучары, бля. Ты спрашиваешь или ты мне сообщаешь? Да, мне вчера говорили о том, что будут открывать, но я не понимаю в этом смысла для себя. Ну, мне это не очень интересно. То есть это лишних, блядь, гигов 40 качать на жесткий диск, чтобы потом все это... Говорили мне вчера, да, сообщали, я как бы пока не... У меня нет... Ну хотя, блядь, не знаю, короче. 16 какой-нибудь можно было бы попробовать. 90, да? Ну давайте хоть 90, блядь.
Давайте. Скорость чего позволяет? Блять, а у меня не позволяет? Разговор же не о скорости интернета, а о том, что... о том, что это... Ну ладно. Не очень, скажем так, не прям вау, как интересно, но окей. Так, наемников всего лишь 90. А где это его? Вот здесь она была. Пойдем посмотрим на нее. Так, если вы правитель, плюс один. Еще налоги с деревень. Давай, плюс один. Infantry! Attack! Блять, завалил ни одного. О, блядь, я теперь могу отдавать свои войска в гарнизон, если что. Прикольно. Так, здесь все продал, по-моему, нет? Нет. Кирик, ты телепортируешься, подруга. О, блять, у меня сбился этот, что ли, нихера себе.
Два дня, блядь. Слушай, я же взял, по-моему, какое-то задание себе, блядь. Точно. Дебильный квест опять. Горки, горки. Это откуда у тебя лошадь? Маленький такой щит у меня, пипец. Давай. Посмотрим, что вы привыкли. Я говорю, что это был несчастный случай. Да, возможно, вы правы. Это когда же обычный даст такие же права? Это важно. Блять, это или вот это выбрать? Успех, ну ок. А с этим ухудшим. Понял, вы куда все пошли-то? Кто мои? Bowman! Move! Короче, давайте все All of you! Attack! Я не знаю, где они там, чего они там. Только существует на счетов.
Form a wall! Давайте попробуем успеть. Так, деревни я не граблю. А вот здесь вот... Здесь у ребятишек беда, к ним я не пойду. Блять, на них еще кто-то в стороне кто-то выступил. Окей. Both forward soldiers, get moving. 60, твою мать, 60 человек их, я без лошади. Давайте ждем их. 60, ребят. Так, оставлю. Оставлю на конник. Надо мне коней найти. Боевых коней. Производит-то древесину, зерно, коровы. Лошади нужны, лошади.
Вот они, лошадь. Пойдемте. Сначала все продам. Че, опять зависло все? Блять, второй раз в этом городе мы присоединяемся к турниру, и он и накрашится. Ошибись. Так, ладненько. Давайте тогда мы сейчас прервемся на несколько, на некоторое время. Чуть позже я стримчик продолжу. Ладненько, буду прощаться ненадолго. Сегодня планирую поиграть как бы плотненько. Ну, с вами, наверное, будет веселее. Пока прерываюсь на паузу. До новых встреч. Всем пока, давай.